На сцену приглашаются образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга, вокально-эстрадный ансамбль «Звездный дождь» и студия эстрадного танца «Вояж» с песней «Россия». Я когда-то давно себя спросила, что она для тебя, страна Россия. И спустя много лет отвечаю, я знаю, для меня ты всегда, ты одна, ты родная. Обладателями музыкальной премии «Народные песни «Шлягер-2023» становятся образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга, вокально-эстрадный ансамбль «Звездный дождь», руководитель Лана Боцман и студия эстрадного танца «Вояж», руководитель Яна Кухталева за номер «Россия».